situația e destul de complicată pentru că probabil se vor trimite trupe și din România. Ситуация очень сложная, потому что вероятно, что будут посланы на эту войну и вооруженные силы Румынии. Pentru că aceste decizii se dau la comandă, așa cum am spus. Потому что эти решения принимаются по заказу тех, кто заказчиков, мы в данном случае говорим о глобалистах. Dar soluția cred că ar fi una singură. O punere în masă a мобилизации, анролерии на... Единственное эффективное реальное решение может быть только массовое сопротивление народа, мобилизации и соответствующим процессам, которые должны последовать после мобилизации. Не знаю, если в Молдове existует партий co-adevărat liber, la fel cum suntem noi. Я не знаю, если в Республике Молдова существует свободная партия, свободное от влияния партия, такая, как является их партия, которую они представляют. Iar în cazul în care există, trebuie susținut de societatea civilă să poată să blocheze acest drum spre o nenorocire. В случае, если такая партия в Республике Молдова есть, то необходимо ее поддержать и, может быть, под флагами этой партии остановить процессы втягивания Молдовы в ожидаемую войну. Pentru că oamenii sunt manipulați atât aici cât și în Moldova. Toată presa aparține globaliștilor, mass-media. Вся пресса, медиа принадлежит глобалистам и людьми как в Румынии, так и в Молдове манипулируют достаточно эффективно. Dar cu toate astea, forța este cea a poporului. Dacă este informat și unit, se pot face schimbări în bine. Невзирая на все это, реальная власть является властью народа, и если народ хорошо и вовремя информирован, то народ может сделать очень много.